Татьяна Ивановна, да. Скажите, пожалуйста, что сегодня вот здесь происходит на этой территории? Находимся на месте бывшего карьера «Белореченске», грунт из которого шел на нужды порта «Услуга» при строительстве, и на месте будущего соснового бора. Компания «Услуга», застройщик строительства порта, реализует сейчас со своим генподрядчиком компании «Аркона» программу рекультивации земель. То есть мы возвращаем земли обратно Ленобласти, но уже в том естественном виде, в котором они должны быть. Программа рекультивации включает в себя как техническую рекультивацию, так и биологическую. Что такое техническая? На месте бывшего карьера сейчас уже находится территория выровненная, завезен грунт 26 тысяч кубов, где-то так. Территория выровнена до состояния естественного ландшафта. И начинается биологическая рекультивация. Это высадки саженцев сосенок. Занимается этим в том числе и члены детского кингисеппского лесничества. Сегодня дети высадят 5 тысяч сосенок, а всего их будет 100 тысяч. Второй этап биологической рекультивации намечен на весной. Наш подрядчик ведет все работы вместе с Ленобласти при их контроле. Никаких претензий к работе нашего подрядчика нет. Работы ведутся с учетом всех требований технологии. У нас тоже нет никаких претензий. Мы рады, что в таком состоянии сейчас мы уже возвращаем землю. Если вы посмотрите, то на месте бывшего карьера уже идут поля. Дальше начинается лес. По сути, компания «Услуга» создала прецедент. Дело в том, что рекультивация земли – это те работы, которые обязательно должна производить каждая компания, которая берет землю в аренду, ну, особенно для строительных нужд. Но это очень затратные работы, очень дорогостоящие. А штрафы же за невыполнение этих работ мизерные. И поэтому мало какая компания эти работы выполняет. Вот компания «Услуга» свои обязательства перед Ленинградской областью выполняет. С помощью подрядчика мы провели конкурс по тендеру, выбрали компанию «Аркона». Максим Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот почва, которая вот сюда завезена и вы выравниваете, откуда вообще она берется? Это грунты 5-го класса опасности, подтвержденные всеми исследованиями, лабораториями, санэпиднадзора, центральной лаборатории аналитических исследований, вот, а частично из порта «Услуга», выработанные при постройки зданий и сооружений и частично откупки котлованов. Да, поэтому здесь грунт уже нейтральный, безопасный. Как раз то, что надо, чтобы росли сосны. Понятно. Ну, скажите, а когда уже кингисеппцам приходить сюда за грибами? Как вы думаете, через сколько времени? Да за грибами в следующий год можно ходить. По соседству грибы и так растут. Ну, а вот на этих территориях именно как примерно, как вы думаете, когда уже сосны и вообще деревья вырастут? Через сколько лет? 80, 50, сколько? Ну, мы даже уже сейчас заботимся. То есть понятно, что сейчас саженцы там 20 сантиметров, да, растут там примерно, ну, сколько там в год там, ну, на 10-15, наверное, да, подрастают. Поэтому вот уже здесь можно будет гулять, ну, там, и через 10-15. Вот. Ну, а то, что в округе тоже, поскольку работы велись в соответствии с технологическим регламентом, то есть поэтому территория вокруг ухоженная, и тоже все безопасно для человека и животных. Работа вам нравится, да? То есть... Нет. Нет? А вы снимаете? Конечно. Вы на это стоите? Ну, а на самом деле, если серьезно, вот как вы считаете, это нужное дело, которое вы делаете? Нужное дело.